74-летняя женщина погибла сегодня в результате обстрела города Шебекино. Там повреждены 3 частных дома. Также в ВСУ атаковали село Конопляновка Валуйского округа. Российские ПВО сработали, но кассеты точки У раскрылись и повредили 1 частный дом. Жители не пострадали. Помимо этого, около 3 часов дня губернатор сообщил об обстреле ВСУ хутора Масычева Грайворонского округа. По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших. 2 дома разрушены, еще 13 посечены осколками. Всего за минувшую неделю украинские вооруженные формирования совершили более 100 обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей, сообщает ФСБ. Для ударов по 32 населенным пунктам использовали реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию, минометы и беспилотные летательные аппараты. В результате 1 погибший, 5 раненых, в том числе несовершеннолетний. Частично разрушены 2 электроподстанции, 11 жилых домов и 2 административных здания. Повреждены 8 пунктов пропуска через границу.